В это трудно поверить, но в Магнитогорске есть сказочный дом. Да и вообще сразу не понимаешь, что это Магнитогорск. Здесь не видны дымы комбината, да и комбинат как будто бы весь испарился. И при этом вид. Тоже сказка. Дом весь целиком сделан из карельской сосны. И бревнышки подобраны один к одному. И это не фонящий шлакоблок или огнеупорный кирпич. Это дерево. Здесь, на закрытой территории, абсолютно безопасно и взрослым, и детям. И дом-то построен по уму. Главное, это жить здесь можно прямо сейчас. Он мебелью обставлен. Есть и гараж на две машины, и гостевой дом с теплым переходом, и настоящей русской баней. И комната здесь хватает на всю семью. Ничего делать не надо, ничьи косяки переделывать. Вот она какая, магнитогорская сказка, которая легко может стать вашей осуществившейся мечтой.